подписывайтесь на канал Коскоткина Семена. Йоу! Да мы тут уже одну ночь тут стоим, спим, где попало. Когда там уже новое испытание? Да я не знаю. О, вроде, наверное, сейчас скоро начнется, потому что уже аж все-таки целая ночь прошла. Да, я тоже надеюсь. Кстати, меня вот вылечил. Я больше на него не пакую, не отзываю. Так-то тебе и надо. Я тебя вообще вылечить не хотел. Ладно. Но все равно, знай, я добрый. Если что, все будет нормас. Хорошо. Чел. Пс, чел. А, ты у нас тут самый большой. Да и че? Слушай, у меня есть такая идея. Но только все мне не говори. Я, тогда вставай. А какой план? Ага, все, понял. Давай, так и сделаем. Ага. Извини, я случайно. Сём. А, чё? Слушай, те двое хотят тебе кое-что сделать. Короче, я тебе на ушко шепну. Ах, никакие. А план? Ах, они какие. Ладно, давай, мы противостоим. Я уже придумал план. Я мегабоск. Так, короче, слушай. Ага. Все, давай, я понял. Так и сделаю. Главное, чтобы мы стояли рядом. Так, о, вроде начинается. Испытание называется «Разбивание арбузов». Перед вами будут стоять арбузы. Ваша задача сделать так, чтобы из них выпало больше 4 кусков, а точнее 5 кусков. Если вам выпадает 5 кусков, то вы проходите. А если выпадает меньше, то вы выбываете. Ну что ж, да будет игра! Чу-чу-чу-чу-чу. Надеюсь, я выживу в этом испытании. Так... Ай, моя рука! Так, и сколько там мне выпало? О, черт! Вот куски! Сейчас пересчитаю. 1, 2, 3, 4. Упси! Нога!
Ай-яй-яй-яй, моя нога! Чел, я забыла, что у меня есть волшебные шприцы! Вот он, я тебя сейчас скину, подлечишься! Ты перекинул. Не, не перекинул. Вот тебе шприц, давай быстрее себя лечи. Фух, поехали. Ай-яй-яй-яй-яй, ну болезненный укол, конечно. Прям в бошку надо, прям. Так, вроде... Вау! Я вылечился? Спасибо! Не за что! Следующий! Так, моя очередь. И... Оп! Оп, так-то. Так, и сколько же мне там кусков выпало? Как-то странно. Тогда надо вот это убрать. Вот так вот. Вот так вот с альтушкой. И мне выпадает раз, раз, два, три, четыре, пять. Все, у меня пять! У меня пять! Игрок под номером два проходит дальше. Он даже ничего не подозревает. Вау! Моя очередь! Ай, больно в ноге. Раз, два, три, четыре, пять. Все, я прошел. Так, теперь моя очередь. Пс, действуем. Аккуратно, аккуратно. Сень, походу они начинают. Потому что я слышу какие-то звуки сзади. Ты даже еще ничего не подозреваешь. Нате! Ауч! Ай, как больно! Вроде нормально выжил. Сколько у меня там кусков? Раз, два, три. А вот мой четвертый и пятый. Все нормально. Все нормально. Моя рука! Игрок под номером 3 выбывает за то, что пытался сделать покушение на другого игрока. Убивать других игроков запрещено. А почему Сеня одного убил? Не убил, он его воскресил с помощью своего волшебного шприца. Так что извини, но вы отстраняетесь. Нет! Извини, такие правила. Oh no. Дать. Так, ладно, я тебя крикаю, моя очередь. Ух ты, ух ты, мне походу вообще повезло. Кстати, ты знал,
Если ты не сдал, у меня есть телекинез. Так что давай. Отойди, чтобы я тебя случайно не взял. Ауч! Какая еще бочка? Видал, как я его ушатал? Да, ну правда, у меня тут лицо немножечко поцарапано. Да, дашь мне волшебный шприц? Конечно! Вот, держи! Спасибо! Так, ну прямо в голову. Все теперь нормально, спасибо. Осталось 4 игроков. Моя голова. Кто это вообще сделал? Ты слышишь? Ты хотел себя научить убить? Дайте. Так тебе и надо. Лошара. Ой. Не надо его убивать! Я сейчас ему шприц дам! Надеюсь, он понял урок! А сколько хоть у меня тут? 1, 2, 3, 4, 5. Все правильно, все выжили. Ты видел, что там выделялось? Шприц! Не надо! Вот он! Давай, я тебя вылечиваю. И больше так не делай. Хорошо. Больше не буду. Он все вниз мне испортил. И что ты там себе под нос бурчишь? Чего? Его мысли. Так, надо придумать, как ему отомстить. Ладно, надо что-то придумать. А пока я думаю... О, привет, подписчики Семёна. Поставьте лайк ему, потому что... У него телекинез, оказывается, существует. Так что... Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ой, на его канал. Надеюсь, вам понравится эта серия. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Ой, на ёперный театр. На его канал. И ставьте ему лайки. Его канал реально скоро могут заблокировать. Так что поставьте лайки. И я хочу записать этот... Он хочет записать полностью этот сериал «Игра в кальмара». Ну ладно, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на его канал. Кнопочка внизу в ссылке под описанием. Нажимайте на колокольчик, чтобы я когда-нибудь пропускать мои новые видео. Напомните, вы самые-самые любимые подписчики. Ну пока. Всем удачи. Всем пока-пока.